sugar pills. Итак, всем привет! Сегодня у меня блиц-яр. Я тупо целый час пытался зайти на нее на своем этом аккаунте основном, но не выходило. Ну а теперь к сундукам. Итак, вот что нам может выпасть. Ну, это только маленький. Что может выпасть? Я так. У меня пока 10 билетов. Могу открыть два сундука. Первый пошел. Давай. Чё? А, бустеры. И давай, танчик. О, золото, отлично. Золото — это классно. Чё это, ну, багнутое какое-то. Ну, ладно, тогда я вернусь, когда буду уже на другом аке. Ой, то есть... Я забыл. Оказывается же, у меня есть свободка. У меня есть свободка. И... Так, стоп. Только 7 можно? А, вот. Итак. 6. Нет. 5. Да. Итак... Отлично. И вот сейчас у меня 7 билетов. То есть я могу купить еще один сундук. И усиленные бустеры. Опять бустеры. Блин, где мои танки? Ладно, сейчас уже встретимся на другом аке. Итак, я уже на еще одном аккаунте. Вот этот аккаунт у меня... С супер першингом. Итак, открываем сундуки. Один билет. Пожалуйста, два билета. Или даже 6. Один билет. Ну, что же у нас тут выходит? То есть, билетов у нас только 2 и еще один. То есть, на этом аккаунте я пока не могу открыть сундуки. Ну, я... Итак, мы на еще одном аккаунте моем. Вот у меня здесь даже ангар уже на российском регионе праздничный. И заходим в сундуки. Если нам сейчас выпадет... ну, билет один. Если нам 3 выпадет, то, может быть... Нет, не открою я сегодня контейнер. Ладно, на следующем аккаунте. Итак, а мы уже на следующем аккаунте. Здесь я уже открыл. Ну, здесь сейчас я смогу пойти на портал. Вот сейчас получаем билет наш. И идем на портал, значит. У меня уже есть 3 билета. 3? Что? Как 3? А, у меня же еще голда есть, точно. Сейчас тогда переведу голду в билеты. Все равно мне голду не жалко нигде. Потому что я очень хочу... Так, пожалуйста, загрузись. Вот, все, блиц-ярмарка. Билеты. Вот, купить билеты. Что? Что? А, купить... Что? А, другое. Другое. И выбираем один билет. Один. Вот, один. Купить за 50 золота. Да. Отлично. И теперь... Вот. Открываем этот контейнер. И 25 золота. Отлично. Потратил 50, купил 25. Ладно, возвращаемся в World. Итак, я уже на аккаунте. Азиатский сервер, кстати, тоже уже аккаунт. Ой, ангар украшенный. Так, билет получаем. Здесь, пожалуйста, 4 или 3, сколько там? 1. У меня есть 175 золота, поэтому по-любому я открою один сундук. Я просто думал 2 открыть. Ну, ладно, так уж и буду. Итак, азиат.
стриминг. Надеюсь, на Азии у меня будет нормальный аккаунт, потому что... Ой, нормальная ярмарка, потому что как вот такая вот... А, да, все есть нормальная. Нет? Да. Да, фух. Так, теперь купить билеты. Другое. И мы можем купить 3 билета. 3. Так, стираем и покупаем. Вот, за 150 золота. Так, теперь у нас есть вот этот сундук. Мы его открываем за 4 билета. И нам дают 10 тысяч кредитов. Как же это все-таки круто. Целых 10 тысяч. Ну ладно, я приду, когда уже будет следующий аккаунт. На следующем аккаунте и здесь у меня, наверное, будет даже 2 сундука. Если мне сейчас... Не, ну, скорее всего, не будет. Так, 1 билет выпал, как всегда. И здесь, пожалуйста, 3 билета. 3 билета. 1. Хоть тут написано, что может выпасть от 1 до 6, но вряд ли оно здесь может быть. Итак, у меня есть 232 золота, это один сундук. Ой, не туда зашел, простите. И теперь мы опять идем на портал, и мы можем открыть один сундук. Вы же знаете, у меня начался сезон сундуков, и я буду открывать их теперь часто. Чуть ли не каждый день будут выходить видео. Я буду копить золото, например, рекламы эти смотреть, и кучу всего еще делать. Пытаться, может, подфармить слободки. Ну, на основном маки, на этих я не буду. И выполнять эти. Что? Что? Да вы издеваетесь. Какого фига? Ладно. Раз у нас здесь не получается зайти, вернусь уже на следующем маке. А на этом разберусь потом. Итак, а я на следующем аке. Здесь вот у меня хороший ак. У меня есть 235 золота и 2 сундука. Давайте открываем. Один билет, а здесь... Дайте мне хоть не один, хоть два, не знаю. Конечно же, один. Ну и давайте. Главное, чтобы не повторилось, как с тем аком, который был. Еще, то есть я обойду этот, еще два ака, и первая серия закончится. Закончится первая серия по открытию сундуков. Пока что нам не подануло ни одного танка, не считая, я, наверное, забыл сказать, что на основе, когда я еще не смог снять видео, случайно открыл кейсы, и мне выпал Т-15. Т-15 это мелкоуровневый танчик. Итак, купить билеты. Другое. Так, стираем и покупаем 4 билета. Купить за 200 золота. Итак, операция завершена. У меня 6 билетов. Я могу открыть этот контейнер. Пожалуйста. О, бустеры. Ладно, вернусь на следующем аккаунте. Я заметил, что мне вот за все время не выпало ни одного танка. Вот смотрите, здесь у меня в том году выпадал ПЗВ-2, БТСВ на Блиц-ярмарке. В этом году же мне вообще ни хера не выпадает. Как это вообще можно назвать? Бустеры. Ну, конечно, тогда еще не было этих бустеров. Ну, как вы видите, у меня 3 билета с голдой. Ну, я не могу открыть. Давайте на следующий аккаунт. Итак, ну, а здесь у нас последний уже этот аккаунт. Вот. Это мой почти самый лучший аккаунт. После основного еще 2. Так, билет 1. Пожалуйста, много билетов дайте. Дайте 6 штук. 3 штуки! Есть! И с учетом того, что... То есть я могу уже даже открыть...
Не, ну один контейнер 100% открою, а что остальное не знаю. Хватит ли мне голды? Не, голды мне хватит только на два билета, так что я даже ее пока не буду переводить. Итак, заходим на нашу блиц-ярмарку. Это у нас уже последний аккаунт. Кстати, я же забыл. Еще же скоро может выйти обзор на Light VIC. Ну, я не знаю, может и не буду выпускать. Просто я его выиграл, я даже забыл про него сегодня, когда я сыграл несколько боев. Итак, о чем мне пишут, что у меня три билета? Чё? Чё ты мне пишешь? Слышишь? Идиот. Не, вы издеваетесь. Они мне написали, что у меня типа как нету. Ну ладно. Ну ладно. Открываем тогда. Ну вот, мне теперь пишут, что 5. 10 тысяч кредитов. И прогресс супер игры. Ладно. До скорых встреч. Пишите, нравится ли вам новая Блиц-ярмарка или нет. Если честно, мне она вообще не понравилась. Совсем другая ярмарка. Не то, что было в прошлом году, когда у меня